Они строят, а вы для чего? Вы для чего? Вы для чего? Посмотрите, сколько начальников, а люди пьют грязную воду. И хоть бы один начальник что-нибудь сделал. Одни начальники кругом. Кто такой вот это? Что это за здание? Кто собственник этого здания, которое построено было без разрешения и которое рухнуло в воду? Еще не установили? Я вас попрошу, Саманка делать, это принципиально. Установите, кто собственник этого здания, и самое главное, кто дал ему разрешение на стройку. Если этого разрешения нет, почему она строит, чья это земля? Кто это? Глава района? Какой-то другой еще там руководитель? Ему, наверное, тоже страшно будет с людьми разговаривать. Давайте разбирайтесь. Вот вы говорите, канал Октябрьской революции. А почему у вас на территории водоохранной зоны по каналу есть же водоохранная зона? А почему там стоят помойки? А, Салман Кудрявов? Почему там стоят мусорные баки? Я вам покажу на схеме. Есть эта схема? Нет. Почему там стоят мусорные баки? Почему, значит, в канал Октябрьской революции сливаются, значит, грязные водоисточники, канализация, и вы как бы с этим ничего не делаете? Как вы работаете? Здесь есть еще не а почему они вообще допущены, вот эти